Всем привет! Сегодня у нас вот такое вот нестандартное видео. Посылка не из Китая. Пока заказывал для себя, для мамы, тире для мамы планшет. То есть с МТС магазина. Это ультра-ультра и приультра бюджетный планшет. Острайс Т72Е3G. Он стоит на момент покупки, то есть сегодня, 3090 рублей всего лишь. То есть с поддержкой 3G неплохой экран. Разрешение экрана, вот такой вот планшетик, то есть поддержка 3G, как сказал, флешки, двух сим-карт, причем вот так вот все это убирается, то есть этот запах из Китая все равно. Так, вот здесь у нас что, всякие мануальчики, вот такая вот у нас инструкция тяжелая. Так, в комплекте вместе с планшетом у нас поставляется, давайте вот так вот откроем, micro-USB кабель, то есть уже стандарт, OTG кабель для подключения внешних носителей флешки, 3G модемов разных. Так, здесь наушники. У меня с камерой. Так, вот здесь вот у нас такой вот стандартный европейский зарядник. Здесь у нас наушники. Что-то у меня камера глючит. Так, и хотелось бы поблагодарить одного человека, который мне сделал шапку на канал. Ссылочка будет внизу в описании. Он очень делает дешево и качественно. То есть, если вам нужна шапка на канал, обращайтесь, пожалуйста, к нему. Вот такие вот наушнички, самые простенькие. Даже, наверное, их не буду подключать. И все. Давайте теперь вставим сим-карту. Вот у меня от МТС есть сим-карта. Как же она вставляется-то еще? Так, уже вставили сим-карту, флешку. Сейчас будем закрывать это все. Вот, кстати, здесь у нас антенка. То есть без этой крышечки не будет работать сим-карта. Надеюсь, я не сильно его ломаю. Так, ну что, давайте включим и посмотрим. Вот Острайс. Извините, если я неправильно произношу название. Честно говоря, эти китайские названия исковеркаешь весь язык. Так, планшет должен быть чуть-чуть заряжен. Так, вот здесь все, уже сим-карта обнаружена. Вот здесь 3G. Сейчас, минуточку, вот 3G. То есть все, он обнаружен. Так, вот такой вот, в принципе, планшетик. Давайте я, наверное, пробегусь по техническим характеристикам. Я же их не назвал. Так, дисплей TFT, емкостный сенсорный, 5 точек одновременного нажатия, то есть 5 точек касания, 7-дюймовый экран, 17 на 78 сантиметров, разрешение 1024 на 600, то есть это уже неплохой экранчик, вот как видим, то есть уже углы обзора, конечно, выцветают при наклоне, но все же, это очень-очень и при очень дешевый планшет, так что что-то от него требовать не стоит. Операционная система Android 4.4, то есть уже неплохой Android, то есть уже не какой-то там 4.1, а уже более новый. Процессор MTK 8312, Dual Core 1,3 ГГц, ARM Cortex A7, память 512 МБ, RAM DDR3L, внутренняя память 4 ГБ встроенной. То есть, и вот здесь вот мы видим звездочка, то есть, возможно, 2 ГБ уже чем-то заняты. Навигация, модуль GPS, батарея тип Leon, литий, ну, 2000 мА. Камера передняя 0.3, это то есть для скайпа более-менее подойдет. Протокол GPRS, Edge, VCDMA, наушники 4,5 мм, мини-джек, конечно, Bluetooth 4.0, то есть Bluetooth уже нового поколения. Комплектация, планшетный компьютер. То есть вот это стараюсь, руководство пользования на русском языке, гарантийный талон, зарядное устройство 220 вольт. Фух, все, прочитал.
Ну что, первое впечатление, мне нравится вот этот вот шершавый. Да, руки, конечно, потеют. Вот этот шершавенький такой неплохой. Задняя облицовочка, то есть камеры здесь нет, но она и вообще не нужна. То есть лучше пускай будет 3G, но эти камеры мне не нужны, потому что на планшетах эти камеры это одно название, то есть камера. Так, здесь у нас сбоку видим регулировки громкости, больше-меньше, кнопка включения-выключения блокировки планшета. А здесь у нас под наушники 3,5 джек, здесь у нас подключается зарядное устройство и OTG кабель, который идет в комплекте. А пленка транспортировочная, ну, в принципе, она не мешает, видите, как пускай остается, я думаю. Главное, что на экране ничего нету. То есть молодцы разработчики, отдельный, конечно, респект за это. Так, это было, конечно же, в первое впечатление. Скорее всего, обзор выйдет полностью. Тут я уже установлю и Antutu, и все, что с этим связано. Все эти проверки и так далее. Вы же это любите. Так что, думаю, сегодня вечером уже выйдет эта распаковка кратенькая, но она уже не кратенькая, затянулась на 6 минут. Надеюсь, я не очень быстро говорю. Давайте проверим быстренько интернет, если у меня, конечно, на этой сим-карте есть интернет. Давайте на YouTube зайдем. Смотрите, как быстренько грузит, да? Неплохо вообще. Думаю, что я не пожалею. То есть вот здесь у нас топ каналов, потому что я пока еще свой профиль не активировал, так скажем. Здесь у нас топ видео. То есть Сливки Шоу очень неплохой канал. Ладно, 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 все, не рекламирую. Все, всем спасибо, ставим лайки, подписываемся на канал, ссылочку обязательно оставлю. И всем до скорой встречи.